Крупнейший в мире литий-ионный аккумулятор был подключен в пятницу к энергосистеме Южной Австралии. Аккумулятор PowerPack мощностью около 100 мегаватт был построен американской компанией Tesla, выигравшей в июле тендер на сооружение этого объекта. Глава компании Илон Маск пообещал, что если эта гигантская батарея не будет сооружена в течение 100 дней после подписания контракта, то ее передадут штату Южная Австралия бесплатно. В результате сотрудники Tesla сумели уложиться в жесткий график. Аккумулятор PowerPack установлен неподалеку от города Джеймстаун и занимает площадь, сопоставимую с футбольным полем. Он будет заряжаться, в частности, от ветровых электростанций транснациональной компании NeoIn и способен в случае необходимости снабжать энергией жителей более 30 тысяч домов.